Я вас приветствую, дорогие зрители. Поздравляю всех мусульман мира со священным праздником Курбан-Байрам. Итак, предоставляю вам хороший вариант в открытом районе Чикчили с видом на крепость Алания. Вот такой вид. Глазами я вижу крепость Алания. Вот так, как вы сейчас видите. Немножко вот так. Вот такой вид. Море, соседние здания. Ага. Огромная территория, есть даже открытый бассейн с горками. Я не буду ходить по этой территории, она большая. Стоит проект из трех блоков. Один из хороших проектов этого района. Это крытый бассейн, есть генератор. Зеленая территория, ухоженная. Айдат 600 лир. Квартира сама тоже просторная. Как минимум полезная площадь 105-110 квадратных метров нетто. Там беседка, зона барбекю. Вот дети купаются. Проект был сдан в 2007-2008 году. Качественный проект, как вы видите. Так как в основном здесь проживают европейцы. Интернациональный проект. Огромный первый балкон. Два балкона. Сторона юго-западная, а также восточная. Квартира сквозная. Тут открыли дверь, там открыли дверь. И кондик можно не пользоваться. Не включать кондиционер. Просторный салон, совмещенный с гостиной. Здесь 28 квадратных метров, полезная площадь. Бытовая техника фирмы Бека. Гранитная столешница, столовая часть. Отсюда вид также сидишь. Вот здесь крепость Алании по вечерам горит, там освещение красиво. Там, короче, есть телевизор. Квартира продается под ключ. Подходит под ВНЖ. Ну, один из хороших вариантов, который я сейчас вам предоставляю из моего портфеля. Также есть у меня много других вариантов. В закрытых районах очень полно вариантов. Я просто там не снимаю, потому что ВНЖ и за ВНЖ. Кому надо в Махмутларе, новостройка и тому подобное, все покажу. Прихожая. Картина тоже такая красивая. Первый санузел. Я виллы, можно сказать, что не снимаю. Кому нужны виллы, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Найду под любой там запрос такой. Ну, чтобы естественный запрос был, а не то, что... Так, вот, спасибо, что поставили прямо вот сюда одеяло, молодцы. Так, это спальня. 15-17 квадратных метров полезная площадь. 3 метра в ширину, 5 метров как минимум длину мы отмерили. 16, может быть, квадратных метров полезная площадь. Также вид на горы и на соседние здания. Расстояние отсюда до моря 1500-1700 метров. Рядом есть торговый центр Аланиум, торговый центр Метро. Ну, хорошая локация, скажем. Ну, от моря, как вы видите, есть расстояние. Вы уже с балкона увидели расстояние до моря. Так. Санузел второй тоже большой, не маленький. Где-то 6,5 квадратных метров или 6 квадратных метров. Это спальня, минимум 15 квадратных метров. Тоже может быть, тоже как там, но там в длину, а здесь как квадратно или прямоугольно. Вот. Нужен легкий ремонт. Где-то есть маленькие трещины. Второй балкон. Глазами я сейчас горы вижу так. Вот, все, вид такой на данный момент. Соседнее здание я вижу вот так. Даже вот так, да. Там тоже горы. А там сторона Гази-Паши. Тоже нормальный балкон. Сквозная квартира. Здесь открыли, там открыли. Все. Проветрили квартиру. Открытая парковка снаружи. Рядом есть сеть магазинов А101 и тому подобное. Мингрес, Карифурса, Тахтакале вот в той стороне. А, теперь этаж высокий, как вы видите, не крайний, не
помню, какой этаж, куда я поднялся, сам тоже не знаю. Уже ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий, что тут вам понравилось. Хорошая квартира. Себе купил бы, даже вот так напишу. Там. Себе купил бы. Цена, дорогие зрители, 193 500 евро. Только надо найти деньги, позвонить Агасе и приехать сюда. Оформление занимает где-то 3 дня. Ускорим, там получится, если документы, 3-5 дней, вот так. Купите билет, тур и приезжайте. Загранпаспорт хватает. От А то я веду все дела с оформлением документов, постпродажки помогаю, не бросаю. Ну, у меня есть клиенты 2 года мои бывшие. Порой звонят, так, если можешь газовый баллончик домой заказать, этот, печка закончилась, или воду. Не адаптировали, 2 года живут, еще не нашли там номерочек, позвонить в газовую контору, там призвонишь, привозят домой сразу, поднимают и устанавливают. Такие тоже бывают случаи. А, кстати, телевизор забыл, ну, вот вам телевизор такой, Аксен фирма. И вот такой большой, огромный, скажем, балкон, минимум 13-15 квадратных метров. Так, покажу себя. Итак, звоните и еще раз звоните. Если не позвоните, все, лайк поставьте, комментарий напишите и подпишитесь. Всем пока-пока.